Год экологии, казалось бы, только стартовал, а в гимназии 36 уже состоялось две акции, направленных на защиту окружающей природной среды. Весь январь школьники собирали макулатуру. В итоге 1,5 тонны бумаги и картона отправили на переработку. В феврале в гимназии был объявлен сбор пластиковых крышек. Правило, в пластике содержится именно больше вот этих вредных веществ, так как они и в природе, они дольше разлагаются, соответственно, это опять же загрязнение почвы, воды, атмосферы, это все также сказывается на нашем здоровье. Ребята это понимают и стараются с этим бороться. Наиболее активно в акции по сбору пластиковых крышек, которая впервые состоялась в нашем регионе, приняла участие начальная школа и старшеклассники. Абсолютным победителем был признан первый D-класс. Весь собранный малышами пластик не уместился в крышкомер, специальный ящик, по которому оценивали итоги акции. Все собирали из-под молока, из-под йогуртов, из-под других паст, из-под всего. Больших пакетов получилось 4, а маленький 1. Пластиковые крышки не будут лежать без дела, а их отправят на переработку. Как минимум 2 компании заинтересованы в том, чтобы сделать что-то полезное из вторсырья. Теперь, вслед за пластиковыми крышками, школьники начнут собирать отработанные батарейки. Итоги очередной экологической акции подведут уже через месяц. Любовь Почерникова, Андрей Смолков, РТВ Иваново.